А мне это вообще такое простое, несложное блюдо. Меня всегда жутко удивляло, почему его готовят как-то по-детски. Сегодня мы его приготовим как следует. Настоящий мужской омлет. Это классический французский омлет. На сливочном масле жарим лук и грибы. В другой сковородке готовим омлет. Взбиваем 2 яйца, добавляем немного воды и соль. Когда омлет прожарится, выкладываем на него начинку, кладем его на тарелку и закрываем второй стороной.